Номер 1385. События дня. Евангелие от Иоанна 5.39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. И наше обращение. Курсором приостанавливайте, можно прочитать. Вот Андрей Ткачев говорит, мы должны признаться в том, что упустили пасту, и множество крещенных людей узнают о Христе не из наших уст. Мы упустили многомиллионные массы людей, поэтому незачем здесь уже бороться за первенство. Мы его утратили. О том, что Бог есть, что Христос жил, что Он был распят за наши грехи, что Он воскрес, обо всем этом рассказывают людям протестанты. Это позор наш, это позор всем носящим священный сан. Позор всем катехизаторам, всем преподавателям Академии. Это оскорбительный вызов всей полноте церковной, что впервые о Христе воскресшем, Христе живущем, Христе имеющем нас судить, вообще о Христе как таковом, как в центре мировой истории, миллионы крещенных нами людей – узнали не от нас. Андрей Ткачев. Так вот оно и есть. Ну что, день? Поехали мы. Отвезли жерди на огородчик запасные. Потом Володя на плоту поплыл. Раструбок снять. Всасывающий конец насоса. А я по берегу шел и рухнул в бобриную нору. Левой ногой как-то нога целая осталась, не сломал ничего. Это заснято, говорим. Потом поехали на... Попросили нас заснять все наши пруды и посмотреть, как весной это будет. И вот мы поехали сначала на южный. Там и капли воды нету, высохло все. Ну, пробились. Я топором рубил репей. А Володя траву лопатой я натащила на острое. Потом на Симаковский. Володя взял с собой шарика. Осмотрели его, и сток воды, где срезали все, что там наросло. Потом поехали на Комогориху, лагерный пруд. В одном месте протекает с уголка, вода утекает. Посмотрели, я еще ничего не понял. Оказывается, бобры подняли нашу плотину, не плотину, а где вода будет утекать. И столько они туда понагрызли, понатаскали веток, палок, и все это заляпали. Мы все размонтировали. Если Господь благословит, на следующий день придется вскрывать и заново там пломбу поставить из глины и сена. Ну вот так. Думаю, сейчас приду, посмотрю это. Да не тут-то было. Надо резиновые сапоги и прочее. День-то и прошел уже к закату солнца. Мы только-только явились домой. На этом все у нас.